Отпуск отменяется. Сегодня из аэропорта Чебоксар в Анталью самолет вылетел без нескольких пассажиров. Их сняли с рейса за долги. Внимание, пассажиров рейса 58-05, следующего по маршруту Чебоксар-Анталья, просим пройти в международный сектор для прохождения таможенного пограничного контроля. В аэропорту дежурили судебные приставы, они пробивали по базе выезжающих в Турцию. Оказалось, вылететь за границу могут не все, к примеру. Эта девушка задолжала в общей сложности около 2 миллиона рублей, поэтому ее семье пришлось ехать на море без нее. Отпускной сезон в разгаре, но не для всех жителей Чувашии. Так, артистка Чувашского театра оперы и балета, имея действующие ограничения на выезд за пределы Российской Федерации, купила путевку на отдых в Турцию. Однако ей не удалось дойти даже до сектора пограничного контроля. На входе в аэропорт судебные приставы повторно ознакомили ее с действующим ограничением на выезд. Напомню, сейчас ограничить в выезде за рубеж могут за долг свыше 10 тысяч рублей. Однако Госдума уже приняла закон о повышении планки до 30 тысяч рублей. Нововведение вступит в силу с октября этого года, но коснется оно не всех. К примеру, для должников по алиментам закон остается таким же строгим, как и сейчас.